Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я пришел в магазин, мебельный магазин Vivense, который находится в Алании, около объездной дороги. Также тут есть магазин Mondi Home, мебельный магазин. Вот, видите, оранжевым написано. Бело-оранжевый, Mondi Home. Если вы будете ехать со стороны Аланиума, выйдете к объездной дороге, вам придется под мостом развернуться и прийти сюда. Также есть несколько магазинов, постараюсь мебельный магазин тоже снять в будущем. Но на данный момент я проезжал около этого магазина. Покажу вам цены, какие на сегодняшний день. Сегодня вечером даже 14 января. Глянем-ка, есть цены, нету цены. Вроде сказали, цены есть. А где цены? Nerede fiyatlar? Nerede baba? Fiyatlar bulamadım. Aksesuarı. Ha. Это новогодние, короче. Все, Новый год прошел. Ага. Что здесь написано? Модерн, купа заив, сосыр с ямбажилу. Диван. 18 840 лир. Так, здесь что у нас? Стол. Пришлось музыку выключить. Так, здесь что за цены? Смотрит абажур беж. Кажется, вот это все стоит. Перемешано все как-то. На месте просто модели покажу. Есть красивые модели. Может, кому-то по душе придет, узнает. Вот эта кровать, это диван 13 604 лир. А, да, есть. Вот нашел. 18 819 лир. Комплект. Вместе с чем это? Одасы таким консоль, сандалия, открывающий стол. Вот тоже все вместе. Аксессуарики интересные. Так, тарелочки, вилочки, ложки. Видите, все у нас. Бержер, кресло, чулколтук торчен, и вот этот диван вместе стоит 13 930 лир. Коричневый на троих. Так, здесь где цены? Четыреста 464 лир. Тоже комплект. Тут проверим. 22 000 лир. Масса. Масса — это стол, сандали, стулья, консоль и зеркало. А где зеркало? Вы видите зеркало здесь? А, вот оно. Внизу. Также продают ковры. Так, есть диванчик. Цены в этой стороне. Не смотрите. Не могу код найти, сколько стоит. Кровать. Это комплект. Asos называется. Можете также на сайте Vivense все посмотреть. Цены там вы сами увидите. 45 000 лир комплект. Весь. А также мебельный магазин Mondi Home можете на сайте посмотреть. Истикбал на сайте посмотреть.
У некоторых указана цена, у некоторых не указана. $39,537. Комодин, модуль, гинме, шкаф этот, шифонер. Кухонный стол, тоже интересно, красивый, классический. Так, здесь цена какая? Где ты? Цена? Что-то здесь написано. Верно, Оргис, Раттан, Тепси. Это стоимость отдельно у всех, то, что тут есть. Короче. Диванчик покажу. Большой угловой диван. Стоит 18,730 лир. Сакеше, пуфик. Массажное кресло. Цена где? Bunun fiyatı nedir? 5800 lir. Ya bazı yerde fiyat göremiyorum da. Bazen QR kodlu. Bana sorun, ben söyleyeyim. He, anladım. 13240 lir. QR kodum. Это диван. Bunlarda da var. 14000 lir. Консоль все вместе стоит столько. Буда мы дахил? Yok, maalesef. Ola dahil. Качественно. Массив. O masa masif 12.000. Bu da masif 12.000 lir. O 1400. 4500. Bu ne kadar? O maalesef satıldı. 19.000 TL'ydi. 19.000 lir stoylu produn. Так, yukarıda nereden çıkardık burada? 22.000 lir divan. O da şunun bunun fiyatı. Bu iki green'in fiyatı. Ha, вот это и это. Bunun fiyatı ayrı. 17.000 TL o da. Это 17.000 lir divan. Ben de gelirim istiyorsan. Olur olur. Çünkü ben zorluk çektim. İkisinin fiyatı. Şuradaki ikisinin. 13 400 lir. Bu ikisinin. Вместе с кресла стоит диван. Bu da var. Здесь один. Bunda da var mı berjer? Yok. O aslında bu takımın parçası. 10 490 lir только вот этот диван. В этом магазине такие цены. Можете также другие магазины посмотреть. Меня кто-то попросил снять, я вот снимаю. В комментариях кто-то. Бутаком. Весь этот комплект. Удушмиш бёля, крылмыш мы был. А, я думал, он пал. Мегафон. 22 830 лир. Buradaki fiyatlar, onu da söyleyeyim. Buradaki fiyatlar mesela bazasız. Ama bu bazalı. Biz buna QR kodu okutup içinden değiştiriyoruz. Fiyat değişiyor. Да. Çünkü bu bazalı. Можно поменять, там матрас есть, и база бушлук у нас есть. Да, там есть свое место, пространство, есть без него. Тамам, тишекиля, все включено, вот эта цена. Кроме статуэток, булар дахиль дейль, билим кала. Декорация не включена. От 100 лир начинается декорация. Так, бура не ульё. Здесь цены разные. Bu mesela güzel bir şeye benziyor. Evet, beğendim. Мне понравился этот консоль. Консоль mu geçiyor burada? Evet, evet. Dressuar normalde. Dressuar. 6140 lir. Такой да, интересный. Каждая разная цена. Дюкаланна, 40 через 20 000. Там вот его кресло. Вместе с креслом 20 000 чем-то лир, там 500 лир был. Şimdi bir yatak mesela bundan. İkisi satılık değil. Bu krem rengiyle mavi satılık değil. Продано. Bitti, sold out.
Fakat bu matraslar satılık. Bunlar 5500 TL'den başlıyor. Матрас начинается 5500 лир. Они проданы, кровать полностью. Но матрас цена 5500 лир начинается. Бу такымда 17200. 17200 лир весь комплект. Бу 150 ми? 160. 160 на 2. Bu modeli ben çektim. Bu zaten burada ya. Eskiden burayı çekmiştim. Tamam, burayı ha? Burayı, bura bence kalmış. Fiyat değişmiş yalnız. Aynen, fiyat değişmiş. Bunu alan yok mu o günden? Yok, alınıyor. O yüzden duruyor burada. Burada 26 yazıyor ama bu 29 bin. Çünkü bu bazasız fiyatı. Ama biz değiştiriyoruz onu, bazalı fiyatı. Вместе с базой. База это именно с пространством, которое внизу, кровати. 29 будет. Здесь 26, но они добавляют там. Ага, буктакым. 14480 лир. Тоже с Бержери у них кресло. Вот это кресло относится к этому дивану. А, разные цвета. Ага. Куда бунун? У Бержер бунун? Видите, цвета разные. Дизайн такой. 11230 лир. Tek böyle yatakla baza hepsi yalnız bunun fiyatı var mı? Şöyle bu takım normalde 29.000 TL. 29.000 lir stoit весь комплект. Döşek de eklersek 34.000 TL'ye falan gelir. Если матрас добавить 34.000 lir. Hepsi döşek. Evet, döşek falan her şey. Tamam, ben böyle düşündüm de matrasla birlikte düşündüm. Yok, maalesef. Hepsinde 5 matras fakat seni. Bu bunun mu takımı? Evet. Bu da тоже комплект. От этой, от этого плечевого шкафа. Bu model çocuk odası. Şimdi bakıyorum. Bunun orada fiyatı. 37.000 lir. Серый вот эта модель. Вместе с плечевым шкафом. 37.800. 37.800 artı matras mı? Aynen. 5000 eklerse 42.000. İndirim falan oluyor mu müşterilere? 10.000 TL'ye kadar %8, 20.000 TL'ye kadar %10, 40.000 TL'den sonra %12, 100.000 TL'den sonra %15. Короче, скидки начинаются до 10.000, 8%, %8, 10.000 TL'ye kadar. Evet. 10.000'den 20.000'e kadar %10. 10%. 10.000'den 40.000'e kadar %10. От 10 до 40.000 лир 10% скидки. 40.000'den sonra 100.000'e kadar %12. 12% от 40.000 до 100.000 лир скидка. 12%. 100.000'den sonra %10. Выше 100.000 15% скидка. Так что все дружно держим за ручки и бежим в этот магазин. Да. Красиво сказано. Сперва нужно пойти в другие магазины, посмотреть соотношение цен, потом решить. Ну, модель у всех разная, из-за этого, когда модель нравится, уже на деньги много, мало кто смотрит, как говорится. Детская комнатка. Ой, какая красота. Гюзель вообще, я. Сатыл мир, а, бо? А это тоже продается. Серьезно, детская. Даже интересная сказка такая. Bunun fiyatı takım mı bu da? Evet, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça veriyoruz. 21.000. 21.000 lir. Весь вот этот комплект. То, что вы видите. Bu? Ha, dur şunu. 31.000 TL bu takımda. 31.000 lir. Этот комплект. Bununla birlikte. Şey, evet, gardırop. 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 Тавочки есть, все на месте. Аксессуары тоже продаются. 500 TL или рады. Бума? Это комплект 500 лир. Кролик. Кухня тоже есть на них. Я не гизель девочка. Деревянный вот. Кухня для девочек. Бу, не мутфак, ну? Эвет мутфак.
Также дизайн, стены вам понравится, может быть. Tamam. Bu takım ne kadar? En son hatırladığım 9500 civarında. Bu mu? Evet, aynı. 9500 lira var polis. Şey, gardırobu var ve şifonyeri var. Şifonyeri ve gardırob. Bir de orada komodin var. Komodin еще. Ну, видим. Здесь дырочки. Başka bir şey yok. Olan bu şu an. Bakmak istiyorsa web siteye girecek. Doğru mu? Tamam, teşekkürler. Bu ne? Şey, şalaş. Çocuk çalış. Şey, o ne kadar? Evet, şalaş. En son 1100 TL falan. 500 dolar. Все, дорогие зрители, я для вас снял, что смог. В этом магазине ВВСа ставим лайки, подписываем на наш канал, пишите комментарии, что вам тут понравилось, что не понравилось. Как вообще магазинчик вам, нормальный, ненормальный? Цены высокие, невысокие? Там посмотрите и дайте знать мне, чтобы я еще снял и другие магазины. Всем пока-пока!